Сегодня в областном правительстве наградили победителей региональной журналистской премии «Литера». Впервые за всю историю одну из наград вручили посмертно вдове нашего коллеги Антона Лучанского, который трагически погиб нынешней весной. Вот Антон, благодаря своим сюжетам, наверное, надолго останется вместе с нами, потому что его интересные, иногда очень нестандартные и неординарные работы, я думаю, что мы часто будем вспоминать. Светлая память Антону и глубокое уважение к тому, что он успел сделать за свою жизнь. Премию «Литера» присуждают в нескольких номинациях телевизионщикам, радиоведущим, журналистам электронных СМИ и районных газет. В этом году победителями стали и наши коллеги. Редактор спортивных программ Михаил Дорошенко, главный редактор «Радио 54» Анатолий Сивохин и ведущий деловых новостей Дмитрий Белькевич. Я хочу поблагодарить всех своих коллег, журналистов, редакторов, операторов, режиссеров монтажа, звукорежиссеров, дизайнеров. И также, конечно же, хотел бы поблагодарить зрителей за то, что они смотрят нас, что они периодически звонят нам в редакцию, что они дают обратную связь, благодаря которой мы так успешно и интенсивно работаем. Второй раз я получаю эту премию, но ее получали и другие сотрудники «Радио 54», нашей редакции радиопрограмм телерадиокомпании ОТС. И я очень рад, что каждый год отмечают нас, значит, областное радио слышно, областное радио слушают, к областному радио большое.